У Грозненской средней школе номер 39 уже зараз задались питанием, чем занять своих вучнев и детей микрорайона Альшанка летом. И провели день отчиненных дверей, до удела у яким запросили все установы додатковой адукации областного центра. Как планируется, минавито тут, подчас летних каникулов, будут працевать филиалы городских гуртков и секций. Наша здымочная группа познайомилась с пропановами цікавого отпочинку. Рыцарские клубы, шахматные секции, танцевальные гуртки. За занятком десподобу у 39-ю школу пришли и дети, и навод дорослые. Тут стартовал специальный проект «Территория счастливых дзятинства». Его уголовная мета – еще у зимку вызначиться, чем будут заниматься дети из микрорайона Альшанка на летних каникулах. Не у всех летом попадает, на лето попадает отпуск, поэтому дети должны быть под присмотром, особенно школьники. Мы сначала вот сделали такие поделки, а потом уже самостоятельно рассматривали. Ну, конечно же, вот мы сейчас во втором классе, меня больше заинтересовали шахматы, шашки, там, и туризм. Самые широкие махчимости для школьников и микрорайона пропонуя областный палац творчести детей и молоди. Летом у школе будет працевать целый филиал этой установы. Мы расширим свой спектр услуг. Конечно же, это могут быть самые различные направления, которые традиционно всегда во дворце. Это могут быть музыка и танцы, какие-то спортивные направления, рыцарские клубы, турниры, шахматы те же самые. Можем представить здесь изготовление моделей, самолетов, скажем, условно говоря, кораблей. Ну и, конечно же, традиционное направление – декоративно-прикладное творчество. Такие широкие махчимости додатковой адукации у летний период 39-я школа пропонуя не выпадково. Установа официально отримала статус социально-культурного центра. За отдальность микрорайона Альшанка его маленькие жихары не завсёды могут наведывать гуртки и секции у центра города. Их филиалы на базе школы призваны вырешить проблему занятости школьников. Весь спектр услуг доп. Образования города Гродно мы хотим сконцентрировать на базе своей школы, насколько это представляется возможным. Вообще в школе обучается порядка 2600 учащихся. Мы включаем сюда же еще и наших будущих дошколят. Каждый год мы открываем 16 первых классов. В этом году, я думаю, что будет не исключение. И всех наших дошколят, в том числе будущих первоклассников, мы ждем у нас в школе. Акрамя новых гуртков, клубов и накерунку, летом у школе будут працевать и традиционные спортивные секции по футболу, баскетболу, теннисе и плаванию. Уже зараз педагоги прогнозуют, все жадающие смогут цікаво, с корыстью и безопасно провести чаканные каникулы.